И вот она уже следующая. Последняя. И потом я пойду. Куда пойдешь? Что-нибудь поделаю другое. Надоело играться сегодня. Сейчас 5 секунд. Так, что бы купить? Есть 20 черепов. Оружие хочу новое. Оружие, что-то за оружием. Может, молот гнома купить? А, их можно увеличивать. Башни можно же усиливать, оказывается. Где, как? Ты нажимаешь на первую книжку свою, мое снаряжение, да? Угу. Убираешь башни, нажимаешь справа на большую картинку ее. И там можно тогда. Оказывается, вот так вот. Я такого даже и не знал. Дальше? Сейчас, секундочку. Давай. Хочу пушку прокачать. У меня какая-то ошибка сети произошла. И что это значит? То, что я... Я альтабнулся ведь. Типа, наверное, это плохо. Сейчас тогда. Прекрасно. Костюмы дорого стоят. Да. Блин, не знаю, что прокачать. Чё хочешь? Ничего не хочу. Ну да погнали. Ловушку прокачал. Ну давай. Переход. Будем милостыню просить. Подземный переход. Но это все равно переход. Так, ну, посмотреть сначала уровень вообще. О, новая ячейка для... Для говна. Так, ну я вверх беру тогда себе. Бери. Какой верх, в смысле верх? Ну вот здесь, где я стою сейчас. Тут огр будет. Убьем. Я просто проверяю, какие враги будут, так как
в каком-то уровне начнут появляться летающие. Это плохо. У тебя одна ячейка есть, добавь что-нибудь. Я знаю, я сейчас смотрю, что думаю. Попробуй паука, ни разу не добавлял. Да, ну так это можно убрать тоже. Смещается оно. Теперь надо что-то поставить. Попробуй это оружие. Попробуй вообще все оружие. А, надо охлаждающий поставить. Где выход? Тут два выхода? Да, вроде как. То есть два телепорта. Один здесь и один внизу там. Обожаю бурлящую кислоту. Кого нужно убить? Кстати, тут можно, смотри, ставить эти штучки. Вот эти, видишь? И их всех будет скидывать в пропасть. Да, знаю. Я, в общем-то, все. Пожарные ловушки осуществляют мечты орков. А поехали. 1139 года. С двух сторон. А, нет, внизу сначала только. Они стреляющие? Да. Какие враги серьезные. Это росомаха меня бесит. Сейчас мне попробовать вот это интересно еще. Оглушает? Нет, это пугающая штука, которая... А, ну да, они назад вернулись. Портал! О, да! Я внушаю трепет! Мне еще интересно, надо что-то поставить. Еще одну. Пора за работу! Снизу, что ли? Да-да-да. Я думаю, сверху тоже пойдут. Ну, пока не идут. А, пошли, да, сверху. Пошли, пошли, пошли. Мелкие у тебя тоже сейчас побегут. Тоже. Порублю я капусту. О, големы. Да.
Интересно, зачем монетки падают? Что они дают? Монетки дают дополнительное золото, или что-то там вроде, не знаю. Почему. А золото на что тратится? Ну и перемешать! Понятие. И, конечно, порезать. Сюрприз. Иди сюда, помогай. Пока никого. Ну да, пока никого. А во, у тебя пошли. Огра просто 4. Паладин оглушит и все. Да там череп лежит рядом с паладинами. Это монетка. Это монетка? Показал. Капусту. О, у меня огар идет. Ну и пофиг. Он легкий. Окей. Терпеть не могу. Бригада атакована! Веселый бой. Да. Я его шарм делаю на него, он как-то не дерется, просто стоит, и я ему бью в лицо. Следующая волна. Мне было бы жаль, если бы у меня были. Черт, много стреляющих. Да, здоровья немного. Стрейфся. Мне пофиг, у меня приманка стоит. Ух ты! Наверное, это какой-то рекорд! Порублю всех капусту! А я их просто катапультирую нахер. У меня все. Вроде как. У меня сейчас элементали все включится. Давай еще разок. Сильная и смертельно опасная. А твоих не катапультирует эта фигня? Давай! Нет. Тебе нужна эта тачка, которая едет вниз? Это ну да, она их выносит. Ну хотя уже не нужна, у меня тут столько паладинов, что можешь себе переставить. Подходят новые враги!
тебя огр там или что? Огр уже умер. Ну вот танец. Хромут сейчас играет в Payday 2. 5 черепов. 5 плюс 3 у меня. Плюс 7. Да какого фига? Я не знаю. Сейчас я обновлю ловушку. Готов я! Эх, не поехали мы никуда. Ой-ой-ой. Жизнь прожита зря. Ой-ой-ой. Как это было? Сейчас, слушай, с баррикад дураски. Они будут бегать. Два портала, они по бокам идут. Вау-вау-вау. Можно полностью сбаррикадировать это говно? Ну, гораздо старше меня. Да, берешь, делаешь вот так. Ты так Владину хочешь поставить? Да, просто. Всех. Ты можешь пойти, да? Я поставлю здесь. А, здесь нельзя, отлично. А, нет, вот здесь. Ну. Да, сейчас подведу. Отличная позиция. Еще гном же появился. Поставил, поставил. Блин. Еще же гном появился. Бомбами, которые закидывает. Ну, в общем-то, и все. Не спится ребятам. Пейдеет. Ты готов? Day and night. Day and night. Да-да-да-да. Почему не действует? А, он там стоит, его не касает. А, я думал. Это ада, не видно просто. Тут можно вон шарик скинуть на них. Окей. Идеальная комбо. Вот это идея. Клепали, да. Терпеть не могу этих выскочек, Нейтан. Иди обратно в портал. И сколько их было? А, какая разница? Только, похоже, они не восстанавливаются. А может, восстанавливаются. А эти нет, эти нет. Ну, это плохо. То, что нужно. Надо закрыть это просто. Жрут эти овощи. Сюда идут саперы. Ой, они взрываются. Сейчас наших... Я убью! Меня убили! Или умру. Мы его одного этого убили. Уверен, что одного, не двоих? Одного. Ты что, не видишь одного? Двое. Блин, они сейчас меня убьют так. Стрейфся. Да не, эти легкие. Порублю всех капусту. И как вылечится? Нет, раньше вылечил эту фигню. А если я умру, что будет? Если ты умрешь, блин, без пропуска. Подходят новые враги! Да ты воскреснешь. Где? Они спускаются. Понятия. Вот так мы и проиграем. Надо было какие-то ловушки для кобальтов поставить. Вы пропустили, что ли? Он 20. Это всё, что ты можешь? Ну тут три пути. Я знаю, как я сделаю. Делаю так вот. Каждую эту фигню я поставлю такую ловушку. Когда они идти там будут, они умрут. Что происходит?
Так, тут он написал в скайпе. Блин, ты вылетел? Нет. Ну, вроде пока нет. Если мочишь всех сразу, это не стоит. Справа большая толпа идет. Да-да-да, я вижу. Они слева! Ну, вроде еще живы. Пока что да. Порублю всех в капусту. Заходи в мою комнату. Чищу свою обувь от морочей. Скорее всего, всех этих паладинов шестерых убьют кобальты, но кого-то они из кобальтов сдержат. А зачем ты их там ставишь? Может, ты на конце же можешь поставить? Но тут уже их много. Окей, давай. Повезли. Бомбит. Да, сильно. Они просто тогда толпой успевают оглушать. Надо убрать то, что лечит твоих паладинов. У них и так максимум здоровья, и они... Нет, ну эту лечилку, которую помнишь? Не помню. Амулет, который лечить умеет. С чего я должен помнить? Не знаю, я его никогда не видел. Кто убит? Миша звонит? Совсем дебил. С первого раза не понимает. Может, он не думает? Это мы покончим. Включи только микрофон тогда. Слушай, не время, 5 секунд. Придурок. Я уби! Это такое заявление, не поспоришь. Новые враги! Справа. Да, вижу. Опять моих паладинов убили, что ли? Добро пожаловать в Гровенбург! В нем живут вот эти ребята! Они поднимаются. Там кто-то идет, что ли? Да. Ну а теперь нам жопа. Паладины мертвые, потому что. Ну я, правда, 3 новых поставил, но. Продержимся. Смотри, я всех испугаю вот так вот. Мелкие бегут. Они же умрут, он я живу ради того, чтобы убивать орков! Я хрен его знает, в серединке. Не
Ну они умирают на ловушке, кажется. Мне чтоб магичку пройти. В конце-то концов. Помида. Помиду идет. О, все восстановили. Ну мы же пройдем. Сколько там осталось волн? Две? Не знаю. Да, вроде. Сейчас, подожди, я поставлю еще. Ну там, где карта, там написано 7 из. Все, отлично. Я поставил еще приманки. Эки. Чё за толпа? Чё за толпа? Блин. Мой приманку. Серия убийств. Веселая Месилова. Они успевают выходить. Черепок нашел. Он элементаль. Я убит! Я убит! Я куда попал, сейчас этим элементалям помогла бы. Кто там идет? Блин, ну куда ты идешь? Готов заниматься этим весь день! Маленький ублюдок. Дети, пора скрыться от нас. Осторожно! Саперы! Подходят новые враги! Я убит! Я убит, сразу! Я убит! Ну там три штуки, четыре умерло. И все равно больше осталось. Хотя если сейчас блин, кобольды, да? Я убит, я убит. Да. С двух сторон. Я живу ради того, чтобы убивать орков. Вытягивай. Куда убегает маленький карапуз? Воу-воу-воу. Куда вы там проходите? Поделитесь между собой. Я на умит. Полезно. Три. Плюс 4. Интересно, почему? Потому что моих паладинов убивали кобольды. Кобольды. Тупые слова. У меня 10 черепов. Последний раз обновлю, да? Ну что, последний, все? Нет, все, хватит. Все? На, пока, всем спасибо за просмотр, дачи, пока. Ну все, так все.
Всем пока.